Приветствую вас и думаю, что лучшим решением будет осуществить то, что мужчина хочет. То есть, вот он говорит вам, что вы слишком инициативны, а он не чувствует себя завоевателем. Значит, вам нужно быть менее активной, более пассивной, как можно меньше проявлять внимание, чтобы он вас самостоятельно завоевывал, чтобы он самостоятельно проявлял инициативу, чтобы он определял, что вы будете делать, куда вы пойдете, как проведете время и так далее. Может быть, все дело именно в том, что мужчина чувствует, что вы за него все решаете, что вы слишком сильная, что вы слишком болевая, что вы активны. А мужчине нужно, чтобы он был в определяющей роли, чтобы он вел себя так, как будто это он все сделал, и, собственно, чтобы он чувствовал, что вы от него зависите. А если вы, сами того не желая, конечно же, оказываете на мужчину давление, то отсюда его пассивность. То есть, в принципе, отвечая на ваш вопрос, как можно изменить ситуацию, сказать можно так. Доверьтесь мужчине, больше внимания уделите себе, перестаньте быть инициатором всех ваших совместных мероприятий. И дайте мужчине больше свободы для того, чтобы он проявлял себя именно как мужчина. Дайте мужчине больше плацдарма, площади для того, чтобы он смог развернуться, чтобы он смог показать вам, что он способен и нести ответственность за вас двоих, и принимать решения за вас двоих, и защищать вас, и как-то еще оберегать вас лично от проблем, решать какие-то имеющиеся трудности и так далее. Дайте мужчине свободу. И, по крайней мере, посмотрите, что из этого получится. То есть, если мужчина будет при новых изменившихся обстоятельствах, будет все равно вести себя так, как будто вы инициатор, а он будет вести себя пассивно. Ну, значит, просто человек по своей натуре такой пассивный, и вряд ли вы сможете его изменить. И тут уже перед вами будет выбор. Либо вы принимаете его таким, как он есть, пассивным, либо, собственно говоря, отдаляетесь постепенно и ищете другого мужчину. Но попробуйте сделать то, что он вам говорит. То, о чем он вас просит, как минимум стоит. А там уже будет понятно, насколько это возымеет эффект и вообще имеет ли значение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.